Эй, почему меня не видно на камере? Не, лучше дома посижу. А теперь к новостям. Теперь аниме запрещено во всех странах. А если ты это прямо сейчас смотришь, то ты лалка. Нет. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. Ты что, дурак, что ли? Я на месте. Здоров. Здоров. Так, а что ты сейчас хотел обсудить? Это была одна история. Теперь аниме запрещено во всех странах. Ясно. Сочувствую. Знаешь, я решил узнать, из-за кого его запретили? Значит, решено, выдвигаемся прямо сейчас. Мы на месте. Ну чё, готов? Ага. Максим. Ай-яй-яй-яй! Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. Стой, стой. Мы пришли к тебе. Я вас прекрасно слушаю. Это была одна история, о которой мы уже упомянули два раза, значит, мы не будем его упоминать снова, а Максим сделает вид, что он все понял. Говори. Жива. В общем, запретили аниме. Пойдем. А я не понял!